Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков и выходит, наконец-то выходит, давно уже не было, но все-таки выходит та рубрика, это бездонатный аккаунт с нуля, ни на английском, ни на немецком, ни на французском, ни на марсианском сервере, а именно на русском сервере аккаунт с нуля, который уже, по сути, стал для многих неинтересным, но, тем не менее, мы продолжаем его историю, не знаю, да... Куда и как я его буду прокачивать, ребятушки, но этим, конечно же, пока что заниматься буду. Но все возможно, в скором времени рубрика остановится. То есть без доната, с нуля, все как вы любите. Вон там Андрюха Рылев уже штурмует какой-то там английский сервер, еще что-то. Вы меня постоянно просите, типа, начать качать аккаунт на другом сервере. Я не вижу в этом никакого смысла, кроме того, чтобы просто, ну, просмотры получать, потому что почему-то вам интереснее смотреть, как прокачивают аккаунты на каком-то, блядь, другом сервере. Вот единственный мотиватор — это просто получать просмотры, но у меня пока что, ну, желания этого нет. Возможно, когда-то это желание появится, и тем не менее мы забираем сегодня безумного ученого, это очередной эпик на нашем аккаунте. Нахожусь я в гильдии Дурк, которая, скорее всего, просуществует намного меньше, чем сам аккаунт, потому что здесь идут голодные игры, за любой косяк люди исключаются, не прошел битву гильдии, до свидания, ну, это вот все, да, то есть буквально осталось еще чуть-чуть, и как бы узнаем победителя, вот, узнаем победителя. Ну, и сегодня, что я вас тут всех, ребят, собрал, опачки, 185 тысяч сил уже, ну, вот, Светочка, видать, постаралась, что-то, наверное, прокачала, не выдержала, не дождалась меня, а то я завтраками ее все кормлю, да, буду прокачивать, но все вот как не могу добраться. У нас, короче, еще видосы будут с прокачками, будем докачивать героев, которых нужно докачивать, ну, а сегодня мы на бездонатном аккаунте откроем огромнейшее количество ништяков. И, конечно же, слушай, а если сегодня парящего острова нету? А нет, парящий остров есть. А? И, конечно же, откроем вот эти вот 500 магической пыльцы. Не знаю, кому говорить спасибо, это или Жека Шевченко, если не ошибаюсь правильно, да, или это Света вводила код, или они сразу вдвоем, но по факту сюда пришла эта невероятная халява. Для бездонатного аккаунта это очень круто. А я на свой основной аккаунт вот только сегодня ввел. Давайте это все паролим. Все-таки 500 пыльцы — это не хухры-мухры. Для, ну, такого числа пыльцы, скажем так, на аккаунте молодом, да, бездонатном вообще никогда не было. Я не верю в то, что мы соберем Динамо. О, ну, надо было, конечно, ради интереса посмотреть, сколько там осколков его было. Ну, сами видите, тут по 2 осколка Динамо падает. Ну, и как бы мы уже тут половину собрали. То есть, ну, уже по 4 осколка. И что, у нас места на почте не заканчиваются? Не, ну, нормально. Или мы уже там перебили? Ну, там же... А, да, смотри-ка. Опачки, да? Опачки, сюда заходим. Динамо там не так много было осколков, ну, блядь, ну, 89, но это как бы бездонатный аккаунт, и по сути, если бы я, допустим, мне изначально там помогала Света, которая там все акции тыркает, да, бесплатные, вот это вот все, как бы, возможно, мы уже были бы близки к тому, чтобы собрать Динамо без доната, но опять же, да, цель у нас стоит, ну, допустим, собрать Динамо. Вроде бы круто, но без донатного аккаунта здесь вполне реально собрать Динамо через какое-то, конечно, определенное время, ждать долго и вот это вот все, но, как бы, одно дело, ну, ты соберешь его, и что ты с ним будешь делать, блядь, без эволюции, ты ему даже, грубо говоря, прорыв-то прокачать не сможешь, понимаешь? Ты ему даже не сможешь прокачать прорыв, вот в чем суть. Докопаться до сути. Вот мы докопались до сути. С одной стороны, ты будешь радостный, как ребенок, что ты собрал Динамо, тем более на бездонатном аккаунте, дружище, да? На бездонатном аккаунте собрал. А по факту, а что ты с ним будешь делать? Ну, а хули толку от него? Ноль. Понимаешь? Ноль. Я надеюсь, ты лайк поставил-то, а?
ты же хочешь пельмени видеть. И да, сегодня видео выйдет, я так понимаю, очень поздно. А может быть, вообще не сегодня выйдет, а завтра. Ну, для вас это сегодня. Короче, я уже сам запутался. Но лучше как бы выпускать, пускай ночью видосы, но выпускать. А то я каждый раз не выпускаю видосы из-за того, что, блин, освобождаюсь только ближе к ночи. И, ну, не получается. Не получается, да? Ну, вот сегодня, надеюсь, получится. Быстро его там как-нибудь смонтирую, не смонтирую. Так, открываем. А, ну сундуки все. А, подожди. Давай это откроем. Нормально. Давай с конца пойдем. Окей. Ништячочки. Воу-воу-воу. Мне на основной аккаунт так маскировка не падает, как сюда упала. Ну-ка, все здесь что. Окей. А дальше. Эту херобору тоже откроем. Слушай, ну там у нас как бы нормально уже накопилось добра на аккаунте. Нормально накопилось добра. Так, вот это откроем. Почему бы не да? Так, и что у нас тут получается? Ну, тут как бы ерундистика падает. Ничего страшного. Ничего страшного. Главное, чтобы вы лайк поставили. Там колокольчик долбанули, да? На стрим пришли. У нас там буквально будет оставаться час на прохождение битвы гильдий. Так, смотри-ка, 9-й порочный пакт. Ну, тут как бы все понятно. Тут все грустно, печально, досадно. Ну и хуй с ним. С ним. Вот так вот. Ну, мы как бы бездонатный аккаунт. Мы радуемся любой фигне, даже абсолютно бесполезной. Ну, тут 7-го уровня эмблемы и как бы, ну, священный суд, окей. А, давай вот это откроем. Так, что нам отсюда выпадет? Ерунда. Отсюда что выпадет? Окей. Отсюда что выпадет? Умай. Да, ну вот жалко нету донатных карт, понимаешь? Вот в чем я разочарован. Ну и тут как бы вот эти вот там с королевской битвы или что. Ну-ка. Копили-копили, а донатных карт у нас что-то как бы и не выходит, да? Теперь смотри. Вот это вот открываем. Вот это вот открываем. Ну, повторки это всегда хорошо. Смотри, сколько добра накидало. Там и на эволюции, на эвакуляции. Блин, на все. Ой, так, ну давай, что здесь? Космо, землеройка, окей. Ну, отсюда, не знаю, мастера рун, да? Как обычно, ждем. Я не знаю, он может быть даже уже на аккаунте нет, но даже если бы и был, или его не было, он как бы он возьмет и хер на все положит, он не выпадет. Этот у нас эпиков накопилось. Барды. Кстати, бард, блядь, появился. Ага. Что-то я как-то вообще пропустил этот момент или забыл. Не знаю, смотрим по ресурсам. 2000 книг. Так, ну вот это мы расчехляем. Вот это вот мы расчехляем. Вот это вот мы расчехляем. Вот это мы расчехляем. Ну, как-то я думал, этих мешочков будет побольше. Ордена можем расчехлить. А чё бы нет. Кулачки можем расчехлить. 2 самоцвета можем расчехлить. Так, у нас монетки событий. Надо будет где-нибудь их грамотно использовать. Вот это вот можем открыть. Это можем открыть. Это можем открыть. Это можем открыть. Место у нас там дохренища. А, так, здесь сундук. Ну, как бы не так уж и много, да, на самом деле. Я думал, что ресурсов у нас будет поболее. А, коробки, шмопки. Зато, смотри, 29 тысяч камней пламени. Надо их все, короче, бустануть. Нужно посмотреть, нужных героев качнуть. Посмотри, еще рудименты легендарного героя. Короче, это все будем пускать в дело. Меня тут интересует самоцветы. Самоцветы даже, не знаю, открывались, не открывались. Подожди, а что же, самоцветы все открылись? Ну да, там у меня 15 тысяч самов лежит. Ай-яй-яй-яй. Так, окей. Дальше, тут у нас 2 здания. Ну давай возьмем, построим где-нибудь. Меня, наверное, свет убьет. Ты что тут построил? Как бы неправильно построил, но мы по-тихому это замутим. Здесь у нас какой уровень? 16-й. Постройте 6-ю золотую шахту, 18-й. А, ну здесь, да, это уже все уперлось. То есть на пельмени вот эта вот херобора, она, скажем так, она дальше прокачана.
чем ну, на других аккаунтах. Так, где? Облики, стиль здания. Ну все, я выбрал. Дальше-то что? Ну-ка. Можем что-то прокачать? Вот, смотри. Сейчас сила бустанется. 160 единиц. Бац. Так, а здесь что, все что ли? И это все? И это все? А нет. Смотри-ка. Ратуша. Бац. 160 силы. Я помню, на основном аккаунте лоханулся, что с этих... как его... раньше в «Собери сам» можно было там за копейки покупать наборы, в которых дохрена этих скинов на здание. Можно тогда было хорошо силу пустануть. Сейчас как бы уже у тебя так особо-то и не получится, дружище. Ну что, смотри, ништяки мы открыли. Ну, я бы не сказал бы, что их много, но тем не менее, блин, 500 пыли. 500 пыли, да, там как бы героев особо каких-то... Ну, королева мумий 103 осколка. Секач 88. Ну, ничего такого, знаешь, особенного на самом деле нету. Спарки 174. Но спарки падает как говно. Динамо 102 осколка. Ну, вот как бы так и живем. Кто досмотрел до конца, лепите лайки. Чем больше лайков, тем больше мотивации мне пилить видосы про пельмени. А может быть, даже начать новую рубрику, что далеко не факт. Я просто сейчас вкинул. Хер я, наверное, начну. Но посмотрим. Пока, друзья.